Подать документы на льготное жилье по 35 тысяч за квадрат можно будет в районной администрации. Действовать нововведение начнет с понедельника. Ранее они принимались только в администрации города. Это одна из мер, с помощью которой чиновники пытаются избавиться от очередей. Напомню, в первый день приема документов дошло чуть ли не до давки. Подробнее узнать о графике работы приемных в районах можно по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Однако это еще не все. Теперь приобрести жилье по льготной цене могут и люди, относящиеся к так называемой категории А. Входят в нее те, кто не обеспечен жильем. Условия три. Заявитель должен проживать на менее чем 18 квадратных метров, зарабатывать меньше 29 тысяч рублей и совокупная стоимость всего имущества, в том числе машины, доли в квартире и прочее, не должна превышать 1,5 миллиона рублей. Сегодня себя увидеть в этой категории, в этой программе может гражданин, который нуждается, вот соответствует вот этим трем условиям, о которых мы говорили, проживающий в общежитии, в служебном жилье, либо который вообще жилья не имеет в Красноярске.